Это площадка, обнесенная металлопрофилем, установленная на твердое основание, в которой будут размещены контейнеры как для сбора твердых коммунальных отходов, так и для раздельного сбора вторичных материальных ресурсов. Количество этих контейнеров будет определено в зависимости от жилой застройки и для каких домов она будет предназначена. Эта модульная конструкция предполагает собой, что при необходимости ее демонтажа, потому что, может быть, необходимо будет там сети какие-то или еще какая-то причина, в течение получаса она разбирается на элементы и перемещается в другое место. После проведения аварийных каких-то работ или необходимости она забирается на это место. В этом году запланирована установка 190 единиц.